35. Ебать. Да не сын наберешь. Каких-то полгода по викликам и все будет. Ряба, больше он тебе нарисует. А как я ему нарисую? Замет. Да, я не могу офицерские заметки. Здравствуйте. Ой, там можно похилить. Вот мне в 4 хила. Можно. Кайф. Тебе князь будет в хиле, то вдруг кто-то из ступеней не будет снимать. Танки. Пан, спекайся. Эвинар и отъехал. Три танка сейчас. Пан будет, скорее всего, тончить свет, если сегодня тончит тьму. Бляем трэш. Бедный бот. Чё, Алиса не умеет тончить тьму? А он еще его назад хил. Назад давай в шопа. ДК вытягивает звезду. Остальные остальных мобов дальше другие танка. Один танк врывается, не ДКшник. Остальные ДКшники вытягивают звезду. Сначала танк врывается, потом вытягивает. Мобов надо развести. Все будут звезду. И этого моба отсюда там, который будет рассекающий, не кидает главную волну. Минус танк почти был. Я дух повесил. Нормально было. Идем бить крест. Крест и череп. Мы так не убьем никогда, если будет мимо, постоянно показывает.
Убивайте косты, мабан. Я, вот, я, короче, в ШП стекну, если он назад был и ТДЦ в спиту, а голова в холике. Вот ДПС было нормально. Раз, два, три, четыре, пять. Есть кто-то? Вытягивайте звезду. Вытягивайте. Алло, слышно? Прием. Все пьют звезду. Никаких немного звезду. Спасите! Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Вот еще мобы, три моба вернитесь. Играем через метки.
уходим к Саляне. Шесть паладинов рейди, я думал, бафы все есть. Любой танк пуляет. На полный его даем. Хант. Они дорты вниси. Как у тебя дела? Ты можешь снять иступление с босса? Следующее иступление, я хочу, чтобы ты снял побыстрее. Хан, давай, снимай. Лучший. Снимай. Метки с рейда. А, чез. Ты все нормально? Блять, сори, у меня просто сосед Wi-Fi украл и дело. Почему вдруг поменяли порядок? Ой. План на боссе. Алиса первая копия. Ехал вторая копия. Когда на вас кидаются метки, нужно словить рейндж от любых людей в рейде 15 метров. Если вы этого не будете делать, мы вайпнемся. Перед бордой у босса нельзя стоять. Кто вздыхает, получает ГП. Касается ДД хилов. Я можно. Ладно. Ориентируйтесь, короче, по ситуации. Сейчас увидите. Цирк приехал. Милики, я разворачиваю его наоборот. Приготовьте. Ушли, не били. Что не могу это использовать.
Снова разворачивай. Двое сильнее страдания. Скоро будет копия отъехала, приготовься, она появится из босса, который танчит пан, из черепка. Бое сильнее страдания. Вот черепок, это твоя копия, ты ее должен забрать, отъехал. Забери черепок, отъехал. Хильте хорошенько всех танков, и стойте перед мордой боссов. Спасибо. Без вас я бы долго не продержалась. Здесь произошли страшные события. Идем на Заритриан. Алиса на боссе, два танка по бокам. Эвинар на боссе. Стража выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас. Слуги, обратите их в пепел. Кто там антифиры? Кидай назад.
Так, сейчас включи голову. Заберите сразу. Назойливая мошкара, вы опоздали. Рубиновое святилище пало. После будет начинать точить пан. Сына было в него, следите аккуратненько за огром. Ачис и бычья голова будете хилить. Бычья голова, ты холик? Сейчас да. Ой, ну за ДЦ. Бычья голова, ты холик? Да, да, сейчас. Так, вы ну за хилишь свет с Ачизом. Вы не заходите. Как он называется? Что, Гена?
пойду. Я скажу чек. Чек на пул. Ты группа сказал? Соскользнет в бездну. Диспелла группа. Вот мне будет диспелить бычья голова. Вот мне хилит пипопал, юка, шаман и бычья голова. Свету остаются Арчис и Ойнуза. Свет начинает тончить пан, и в третьей фазе тоже пан. Вот мне тончит пивина. Аккуратненько, агро. Метеор побежали. Геро? Да. Пипипал вынеси. Метка. Смотрим лезвие, скоро встаем звезду. Алиса, утянулся. Остерегайтесь, тени. ДНМ метка. Да нам. Муфус метка. Прямо в лезвие. Люкус. Стыдно. Свету захиляют танка. Маска на дома. Первая, вторая пати выходит свет. Пилшар свет. Оператор свет. Ой, назад метка. Тьма стоп дома. Тьма стоп дома. Все будет. Хожу налево, АПП. Не залагал, не успел сейчас. Вообще не было. Зачем ты так беспорядочен? Это не он, сори. Привязываю эту херню. Кто это здесь беспорядочен?
Арчис. И чё? Во тьме. Прибежали на тюрьму. Арчис, метка. Хил танк. Павел, ты почти нормально пойдет, палил. Не про тебя говорит. Ромка у метка. Диспайл, диспайл. Метеор побежали. Анидор. Там маленький чудик сверху. Анидор отметка. Беги, малышка, беги! Какой... Кто это здесь полил? Скажи мне, пожалуйста. Метеор побежали. Столько ГП, что ты никогда ты 5 не заберешь. Вот имеет хилы, которые так диспелят. Я это сейчас по рекаунту буду смотреть. Лучше сейчас плюс они, или я тебе 500 ГП дам. Стеночки припопал, выноси. Припопал ты тут, выноси к стеночке. У стены диспель. Я буду смотреть по рекаунту, либо сейчас плюс ставите, кто диспелил, вот мы так довёрнули. Рез, блядь. Императрос. А, все, ГГ. Некоторые вообще... Перебежали, метеор. Метеор перебежали. Стоим, куда перебежать? Ложитесь, ложитесь. Слышно? Слышно. Найди того голова, мудака, ты который тут диспелил во тьме. Да. Почему ты так диспелишь? Я только один раз плоховато здесь. Остальные я не сейчас знаю. Секунду, я наушники одену и послушаю, что ты говоришь. Да, я тут. Плоховато, я здесь спылил только один раз. С тебя да. Ну вот, один раз как раз и было плоховато. До этого просто кто-то еще получил метку и вообще не выбегал, просто стоял. Мне, наверное, стоило подождать секунд 7, кинуть и всех вайпнуть. Бычьи головы. Скажи, пожалуйста, кто долго стоял с меткой, чтобы ему тоже въебали ГП, чтобы было честно. Потому что, блядь, здесь ребята я могу поговорить. 250 плюс, блядь, и не знают, как надо выходить с меткой. Это не дело. Не знаю, по-моему, они дорого. Это смысл item level. Слушай, сейчас говоришь про метку, которая это у портала была? Это на Унузаде, по-моему, была метка. Если у портала, то на мне была метка. Но я там не стоял.
имела честь узреть начало эры разрушения. Хватит кому дать СС. Если посмеете. Дайте духа, Повинар. Пизда. Ой, ты не будешь танчить? Там не в танке проблема, мне кажется. Ну, от лезвия сдохла. А, от лезвия? Я думал, не прохилили. Ну, по 40к каждую секунду от лезвий. Не прохилили. Ну, я бы кинул дух, но в эту секунду я был занят диспелом. На месте, возможно, фотки мои висели. Хватит там ему яйца щекотать, халяну. Умри. Зайдите в свет, во тьму и сдохните, кто в свету остался. А, ну тогда пойду в Долоран.
его позвать? Там долго будет звать. А? Царь есть. Больше паладина. Вы уже определитесь, когда их много, вам не нравится. Когда их вообще ни одного, вам тоже не нравится. Ну, нужно 2, 3. Это нормальный бойцы. Рыбка. Сегодня без рыбки. Силшар, метка. Лезвие магии, блять, магии бьет или нет? Огнем тебя бьет. Вообще тебя физуха бьет. Кто, магия или физа? Физуха бьет. Магия или физа? Это урон от тайной магии. Темный. Лезвие темной магией. Жду ЕП. Сука. Опа.
сказал зайти в тебя за треть секунды до того, как нас шок. Нет, это он не тебе, Войд. Там Шарпи СПО спрашивает. Говорит, что ты за 0,1 секунду сказал встать в метку, поэтому всех убило. Не поэтому всех убило, я сказал, поэтому я не успел отбежать. То, что мне ГП дадут, ладно, все правильно, я сдох. Согласен. Но я не успел. Хотя обычно я быстро реагирую. Так, а видео можно потом будет посмотреть, где за 5 секунд, да? Да. Я тоже посмотрю. Угу. Там, по-моему, было сказано, скоро лезвие, смотрите за шариками. А я не понял. Ну-ка еще раз. За что ГП всем? За то, что на лезвие сдохли? Да. А с каких болтов, если мы должны стоять были в звезде, мы в ней стояли? Нет, звезда не сдохла. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Тебе тоже кажется, что то, что лезвие в центре рейда появляется, это нехорошо? Мне кажется, просто нужно убивать, блядь, с первых траев, а не тупить. Я не делала. Только не давайте ГП. Мой косяк, мне ГП кидай. У меня этот самый сбился. Макрос. Смешно это то, что вы, блядь, мудаки, не можете с первых пулов убить. Так ты мудак с нами. Я не косячу, как вы. С метками и со всей остальной хуйней. Здесь я честно признался, мой косяк. Тут даже не спорю. Все мы разные, все мы косячим по-своему. Вам нужно быть добрее. К кому? К мудакам, которые метки не выносят? Сам ты мудак. Вот именно, который на пуне может перейти. Давай вообще давать его не могу. Сдохнуть от переагра. У меня агро никто не сорвет. Может не на пуне. Давай, сейчас проверим. Тебе сейчас опять ГП дадут, нахуй ты это делаешь? Да похуй уже. Да не, парень же ж уверен. Мне 200 хп не жалко, чтобы сорвать снова агро. Чё там, братан, как дела? Кидай еще 200 хп. Thank you.
если посмеете. Потому что человек стоит. Давайте так учить людей. Вот сейчас человек нормально выглядит. Перебежали. Давай. Ну, в чем проблема? Мне даже диспелка не нужна. Сразу как появилась, выбежу. Метеор перебежали. Падаете? Биби сразу выносит. Ага. Ну, конечно. Не, Биби стоял. Стоял. Биби потом стоял. Он секунд 5 стоял. Я с него диспелил и как раз под вас все разлил. Я не вот. Тогда я больше, дольше 5 секунд не буду за ним следить. Если он за 5 секунд не выбежит, я не буду с ним следить. Я еще и за меткой, и за звездой, и за диспелом, и за хилом.
Ну, сейчас мне сверх тяжело за всем смотреть. Я в ДЦ тогда. Здравствуйте всем. Там Джованни сгорел или ливнул? Для справки. Ивинар, она вот так ставит лезвие, чтобы чисто самой не умереть. Чё у вас проблема-то? Забафать их? Кулачок-то дела. Спасибо. Но этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь. Кто тёмку танчит? Тёр. Метка, раздавака.
Метеор. Арчес. Нет, калоры. Да. Пьяная? Да, сорвали агро. Риби сорвал, походу. Да не должен был, он вроде третий. Ну, информация о смерти. 48 тысяч, ближний бой. Раз Халилон ёбнул Виби, значит Виби сорвал. Наверное. Ну ты раскол юзаешь, Виби? Раскол просто юзай. Там вон Мар, Вар Муфус говорит, ему надо уйти. Я могу ретриком зайти или престон, кем надо. Она пишет, что ротацию проебала. Там вообще есть какое-то же определенное движуха, движение вообще в темке для танка, нет? Да. Ну, допустим, вот, как я помню, просто, ну, в обычке, там танк заходит, ставит, окей, все, ждем лезвия. Как лезвие проходит, танк в левую сторону босса чуть-чуть крутит, и встает. Рейд переходит, и лезвие падает туда же. Надо пробовать, я сам не танчил еще здесь. Слышишь, Алиса? А, После первого лезвия, босса чуть-чуть... Я нашел, я нашел. Не, смотри, после первого лезвия босса прокрути левее. Правее. Там немного. Правее. Нет, вы, наоборот, кстати, левее. Левее? Уверен? Да, да, да. Левее чуть-чуть босса прокрути. У меня сейчас нету БДК, у меня это Фрост есть, но во Фросте я сдохну тут нахуй. Да нет, типа, я набрала где-то косарик агро, да, потом, типа, я начала прибегать, да, и потом что-то мне сорвали. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения.
Виби на Алису, пока Дэна полушел. Раздавака. Рэй. Попал. Правей, правей. Здесь где стояли? Лиза, что-то вообще не показала система. Кстати. Показалось. Показала? У меня нихуя. Ебать, Войт, иди танчи, я ебала. Дайте мне танка, я затанчу. Алиса, все в твоих руках. Ты просто говори рейду, так. Собрались твари и стали там, отошли правее, левее. Ты просто, ну, руководи рейдом, просто поставь так, как тебе удобно. Следи за шарами и все, и ставь рейд как хочешь.